шансов оценить объем ущерба, и нужно какое-то время нам, чтобы все восстановить. Скажите, как нам спать спокойно теперь? Смотрите, да никак. Ну, никак не будет. У меня дочь дома. Как вас зовут? Ксения. Ксения. А учитель? Анатолий. Ксения. Глазков и Павлович. Поэтому, конечно, я вам не скажу. Потому что все, что зависит от меня, от моих, от оперативных служб, мы на месте. Все, что зависит от нас, сделали, сделаем, будем стараться делать, чтобы все сделать. То, что сейчас случилось, это, конечно, крайне сложная ситуация. Поэтому сказать о том, что я вам сейчас скажу, что больше никогда не будет, не могу.